Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Катя Темная, и мы продолжаем играть в Obscure. Мы остановились на том, что нам дали ключи от амфитеатра, и сейчас нам придется спуститься в подвал ко всем этим жутким монстрам. Нам нужно идти через парковку. Я надеюсь, что наш друг еще жив. Да, мне еще есть до этого какое-то дело. Стоп. Через... Стоп, это же наверх лестница, мне это не надо. А как нам до парковки дойти? А, вот все. Все, я поняла. Я не блондинка. Вообще, пока игра интересная, на мой взгляд. Боевая система, конечно, оставляет желать лучшего, но давайте вспомним, что это старый хоррор, а в старых играх всегда с этим были большие проблемы. Диск, супер. Ух ты. Это как... Типа актовый зал? Что такое? Глянь-ка на все эти старые фотки. Директор совсем не постарел. Просто жуть какая-то. Опачки. У нас директор еще и бессмертный, что ли? Да, обычная школа, американская, что там говорить. Есть где-то карта поблизости, интересно. На второй этаж мы не пойдем пока, естественно. Карты нет. Сейчас до другого конца коридора пробежим. А, вот, собственно, и все. Клейка и лента. Значит, остается вот эта дверь. Ладно. Радует, пока что никого здесь нет. Слишком тут тихо. Что-то не так. Не беспокойтесь, я обо всем позабочусь. Так, значит, здесь есть замочек. И карта. Нет. Ну так... Да, но... Да, не хочет набрать. Так, ладно. Посмотрим, что тут. Ух ты. Гримерка, типа. Блин, прикольная такая школа. Не могу прям. Для моего. Хорошо. Это вход в гримерку. Давайте еще там побегаем. Что в этой школе с электричеством? Какой ужас. Ну, я как бы не сказала бы, что тут тихо. Дорогие товарищи! Раз, два, три. А зачем? Зачем ты это сделал? Я хотела речь толкнуть. Ну ладно. Ты, видимо, этого не хочешь. Почему тут такой разгром? Школа вот только-только вот закрылась. Кто успел там набедокурить? А, так, а в зал мы... О, смотрите, как клёво. Блин, столько всего. Супер. Есть что исследовать. Это здорово, так. Вот эти декорации все навевают атмосферы. Для пистолета. Мне, кстати, сейчас 3 вида оружия. Ух ты. Что это? Использование лифта. Ради вашей безопасности удостоверьтесь, что вы активировали рычаг безопасности после использования. Рычаг безопасности. Это вот этот, что ли? Ага. А зачем нам это? Да блин. Короче, я без понятия, ладно.
Много-много дверей. Смотрите-ка что. Ладно, здесь мы выбрались. Окей. Для чего мы дернули эту штуку? Подвинули какой-то засов. Как будто кто-то в половицах там. Даже не знаю. Пошлите наверх. Программка на неделю, да? Спектакли. Блин, мы никогда не ставили спектакли. Так классно. Даже... Ух ты. Это я сделала? О, мы сейчас будем смотреть пленку. Грудь. Грудь. Пойдем, пойдем. Ничего не вижу. Колоночки, смотрите. Даже вот такая старая техника как-то очень душевно выглядит, на мой взгляд. Аптечка, прелесть. Шеннон, ты прелесть. А, нам нужно подняться, в общем, еще выше. Клейкая лента. Круто. Что скажешь? Давай-ка тут все А осмотрим. ты? Да, ты, как всегда, очень полезный совет даешь. Почему-то план она не хочет брать. Вместо карты бы сгодилось. Ну, тут, видимо, не так много всего интересного для этого. Хорошо. Сделали мы кое-какие вещи здесь. Пойдем наверх. Пока что опасности нет, но это не предвещает ничего хорошего на самом-то деле. Вы же знаете все эти приколы страшных игр. Во! Во-во-во! Ну-ка лежать. Че, сильно тебя покусали? Да, жить будешь. Ух ты, красная комната. Ну ладно, тут монстрам неоткуда лезть больше, я надеюсь. Боеприпасы. С-с-с-с. Нет? Ладно, тогда что я предлагаю? Ставить ленточку сюда. Хорошо, я предлагаю. А, здесь есть. Что здесь есть пленка? Мы не до конца опустили экран, что ли? А, нет, все. Е, кино! Надо взять попкорн. Да ты ж наш наркоман. Говнё! Что нам делать, Шеннон? Отличная идея, Шеннон. Тебя можно записать, знаешь, вот на приложение какое-нибудь в телефон. В 902 году... Подождите. Забыли про телефон. 900... 1902 год. Их директор. Вообще никого в этой школе и в правительстве, может, там, в Министерстве образования, их не смущает, что их директор долбанный Дракулой. Не понимаю, так. Так, все, все. Что нам делать теперь? Теперече. Ну, пошлите опять сюда сходим, ну, я не знаю. Так, а здесь? Все еще никого нет? Что-то там было с лифтом. Вы помните, да? Какой-то лифт.
А, может, мы в него зайти можем? Я что-то не пробовала же. Стоит нам активировать эту защиту или не стоит? Давайте... Что еще раз? Я не поняла, что там написано. Не может двигаться. А. Так, ну мы ее деактивировали, что? Доносится с нижних этажей. Можем как-то вызвать лифт? Как вызвать лифт? Алло. О, круто. Поехали, Ват. Поехали. А, нет, наверх. Ну вот. Где? Ой. Это что за дрянь? Это что за свиноматка? Так, ну... Тебя можно убить вообще? Фу, нет, да пошли вы в жопу. Так, давайте быстро лечиться. Ай. Ты не хочешь посветить, может, или побить ее немножко? Черт, что делать-то? Уважаемые, я пытаюсь избавить вас от страданий. Можете не сопротивляться. Отойди, друг. Не, ну ты сейчас умрешь же, ну. Ну все. Да, Стэн, да. Так, знаете что? Я поняла, что я. И зачем я это сделала? Мне просто интересно, что здесь надо делать тогда. Ну что ж, давайте попробуем сделать это еще раз. Хотя черт его знает. Этот шум доносится с нижних этажей. Я не понимаю, как ее надо убивать. Но мы попробуем. Кстати, есть. Ну ладно, пока так попробуем. Если не получится, поищем другие варианты. Да. Я не хочу смотреть видео. Мне... Да... Вау. Да, блинский, что-то сильно меня покоцали. Так, вот она, когда прикрывается рукой, я думаю, что это она, да. Мы ничего не можем сделать, по-моему. А, блинский. А вот сейчас можно. Я думаю, так. Так, что-то плохо нашей девочке. Как же быть? О, получилось! Ребят, мы это сделали, круто. Ну что это за существо-то такое?
Боже, это было человеком когда-то, я так думаю. И у нас отлично со здоровьем, правда, нет аптечек. Ну да ладно, главное, мы справились. Правда, я потеряла одно сохранение, но ладно. Ничего страшнее этой дряни сейчас точно не будет. Так. Стоп. Здесь должен быть какой-то спуск. И зачем? А, все. Я поняла. Мы ставим сюда вот эту штуку. Короче, можно было его и не убивать. А, хотя нет, люк же был закрыт. Этот шум доносится с нижних этажей. Ну так я думала, что он не поедет, и мы сможем... Нет? Этот шум доносится. Как вниз-то поехать? Алло. Так, а давайте сделаем тогда вот так. Там включим эту безопасность. Я ничего не поняла, что я сделала. Ну, чтобы он не мог наверх поехать, я так полагаю. Я полагаю, в этом соль. Что надо? Чтобы держать сетки открытыми, у нас есть что-нибудь такое? Отвертка? Бесполезно. Видеокассета, да. Я не знаю... Что делать, Шэнон? Черт, этот лифт больше не спускается в подвал, но на нем уже точно спускались. Ладно, я подумаю и вернусь. В общем, проблема какая? Мы можем спуститься вниз, но нам нужно, чтобы двери были открытыми. Нужно сюда что-то вставить. Тогда мы... Позовем лифт сверху, он уедет, и мы сможем спуститься вниз самотеком. Но как это сделать? Нужно что-то найти. Что-то. Типа палки, может, какой-то. А это что? О, клево. Мы взяли доску. Значит, теперь мы сможем сделать свои грязные дела. Мухаха. Мы идем в подвал спасать нашего друга. Что там будет? Просто наплевать. Ей. И теперь... Так, теперь надо вызвать лифт. Правильно я думаю? Мне кажется, все так. Все так. Все, супер, только в лифт нам не надо. И мы идем вниз. Давай. У меня предчувствие, что что-то не так. Да что ты говоришь? Может, потому что мы идем к подвалу к чудовищам? Кстати, как они туда спустятся? О, друзьяшки пришли. Значит... О, чёрт! О! Нет! Нет! О, нет! Стэн мёртв! Этого не может быть! Знаете, в чем проблема?
Я не зажал эту гребаную штуку, чтобы он не упал. Твою мать, мне надо все это опять делать. Черт. Катя тупица в действии. Фак. Так, ну я не знаю, друзья. Я делаю, чтобы эта безопасность включилась, чтобы он стоял на месте, но... Ну что-то ей не имется все время. Ладно, давайте рванем еще раз, я не знаю. Да, как бы все должно работать, по сути. Ага. О нет, теперь-то я влипла. Этого просто не может быть. Стоп, нас четверо, все, все живы. Ой, ну это же отлично, блин. О, супер. Фу, как я запарилась, ребят, серьезно. Ну ладно. Это все нужные проблемы. Найдем мы выход отсюда, не переживай, Шеннон. Боже, что это за штука, она сейчас поедет жить своей жизнью. Ладно, мы справились со всем этим, можем себя поздравить. И предлагаю продолжить в следующий раз, посмотреть, что у нас там в подвале, сможем ли мы найти своего друга. Спасибо, что были со мной, всего вам хорошего, пока-пока.